Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Towerlands. И у нас с вами в городе что-то есть. Так, мы забираем с тобой денежку. Это понятное дело. 40 за секунду. Давай, наверное, прокачаем нашу золотую шахту. Ой-ой-ой, как она дорого стоит в прокачке, ё-моё. Так, здесь нужен нам 30 уровень, здесь забираем. А я могу повысить? Могу. Хранилище. Слушай-ка, ну я, наверное, вместо этого попробую прокачать, наверное, нашу башню. Ага, требуется волна 14. Тогда юниты. Будем с тобой прокачивать, наверное, вот этого арбалетчика. 47, 51, 54, это у него атака повышается. Постройте тренировочное поле. Оно необходимо для повышения уровня юнитов и получения дополнительных умений в город. Тренировочное поле построить стоит 10 тысяч. Ага, и что мы здесь с тобой можем делать? Тренировочное поле. Прокачка юнитов зависит от прокачки тренировочного поля. Также сюда можно отправлять юнитов тренироваться, чтобы получить новое задание для его умения. Тренировочное поле занято, когда здесь находится юнит. Сколько? 200 тысяч? 200 тысяч для того, чтобы... А, ну это максимальный уровень прокачки юнитов. Все, понял. А каким образом мне сюда отправить? А ну-ка, давай-ка мы посмотрим. Выйдем сюда. Например, возьмем с тобой башню. Берем юнита. И, предположим, я хочу улучшить. Так, а, он улучшается. Так, и максимальный уровень 24. У меня деньги закончились. Деньги закончились, модули. Понятно. Ну что, ребятушки, карта. Давай посмотрим, что у нас тут на карте вообще есть. Каких-то 3 новых задания, судя по всему. А, у нас же еще 3000 здесь идет. Кормушечка работает, да? Здесь все пока тихо. Мы можем сюда вот сходить. 26 минут осталось. Возможно, награда. Ну, почти 8000. Ну, давай атаковать. Это караван. Ё-моё, ничего себе. Так, разбойник. Ты посмотри, какой тут караван. Нет, пока лучника мы не будем трогать. Эть, зачем? Вот они, аглоеды, идут. Так, держим, держим строй. Нифига у них там мощей. О-о-о-о-о-о-о-о. Тихо, тихо, я справлюсь ли тут вообще? Что-то мне подсказывает, мы здесь с вами, наверное, сфейлимся. Хотя, подожди, посмотрим. Так, очень много лучников. Слушай, ну мы их разобьем. Вот что я тебе могу сказать. С точной уверенностью, что они сейчас просто получат по первое число. Бамс. Рухнул их караван. Так, получить бонус. Нет, давай мы не будем. Мы просто с тобой получим наши заслуженные деньги. Отлично. Так, ну что, мы разобрались с тобой с этим караваном. Вам нравится? Не сейчас. Не сейчас. Вы постоянно мне шпилите этими просьбами. Нам нужно с тобой прокачаться до 20 уровня, да, чтобы вот сюда сходить. А в данный момент у меня, по-моему, только 13-й. Я не буду рисковать. Я пойду просто на следующий уровень. Так, 13-й бой у нас с тобой. Давай, орда. Мне хочется построить нашу крепость получше, чтобы я смог еще какого-нибудь юнита сюда поставить. Зачем? Зачем я так сделал? Вот объясни. Ну нафига? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, меня сейчас тут нахлобучат. Нет, шипы, конечно, помогают. Давай, стражники, выходим, бомбим. Помогаем, лучник, ну быстрее копи свою эту штуку. Наверное, вот этих лучников мы подобьем. Вот так вот. Слушай, отлично, а этот почему-то убежал. Пройдуха мелкий, ладно, пускай бежит. Голодранец несчастный. Так, у нас с тобой 18 тысяч, но этого мало. Хотя почему мало? Я ведь могу прокачать себе башню, да? Могу. Требуется 15-я волна. Да что ж такое-то? Какие-то ограничения постоянные. Слушай, а что вот это означает фиолетовое? А, прибавить 5 уровней за 34 гема. Да вы смеетесь надо мной. Нет, конечно, я не буду этого делать. Вот рыцарь я, пожалуй, прокачаю. Рыцарь это такая, ну, штука хорошая. Слушай, мы можем с тобой взять мародера. Либо тактика. Огненный, прикинь, 400 гемов. А хо-хо, не хо-хо.
Кто такой мародер, а? Обыскивает трупы врагов. Вдруг какая монетка завалялась? Увеличит количество золота, получаемое за убийство. Юнит будет доступен на 20-й волне. Слушай, а зачем я его буду покупать, если он нам будет доступен на 20-й волне? А мы уже с тобой на 14-й. Поехали дальше. Так, катапульты вдруг откуда ни возьмись появились. Давай, рыцари, выходим. Ну где там враг-то? Идет, идет. Мои рыцари встали. Че они такие медленные? Ты посмотри, они даже не спешат, блин. Они просто-напросто идут себе вольготненько. Как будто им здесь все положено, да? Смотри, смотри. Бусурманы. Физиономия действительно как у бусурманов. Давай, давай, кромсать их. Кстати, вот эту штуку нужно тоже прокачать. Она очень хорошо нам помогает. Я думаю, ты само согласишься, да? О, как мои мечники тут разбуянились. Давай вот сюда вот. Опачки. Отлично. Конечно же, продолжаем бонус. Блин, бонусы, конечно, вкусные здесь, но это просмотр рекламы. Не хочу. Так, что у нас там в городе созрело? А, у нас с тобой есть одно очко улучшения, и мы можем с тобой его потратить. Увеличивает прочность. Так, увеличивает здоровье, увеличивает время жизни, уменьшает время перезарядки активных. Так, увеличивает урон от критического удара. Давай, наверное, вот это вот с тобой прокачаем. 5%, да? Я думаю, что будет неплохо. Так, прокачай башню до 70 уровня, чтобы открыть новую. Ой, тут еще, ребята. Это только первое звено, потом будет второе и третье. Вот так вот. А ты думал, что все так просто и легко? Нет. Шахта у нас с тобой 4 уровня. Я могу прокачивать своих юнитов максимум до 24 уровня. А дальше, извини меня, 200 тысяч будет добро забашлять, чтобы купить улучшение. Так, на карте что-то появилось новенькое. Ну-ка, покажите мне, что. Ага, тут мне говорят, что я могу улучшить замок. 3000 это максимальное количество. Причем очень быстро тут почему-то копится все. Улучшить 15 тысяч. И сколько ты мне дашь? 3,5 всего лишь. Но это мало. Следующее улучшение стоит 20 тысяч, ты прикинь. А что это, интересно, за... Ох ты, босс. Боссы разбойников достаточно сильны, остерегайтесь их силы. Но ты видишь, здесь нужен 30 уровень. Возможно, награда. Можно кого-то выбить. А вот это хорошо, но уровень сложности зашкаливает. Так, ну что, что бы нам с тобой здесь сделать? Наверное, дальше идти и бомбить просто волны. И, наверное, смотреть почаще рекламу, да? Как ты думаешь? Блин, я же хотел модуль прокачать. Ёпарсета, я забыл. Я забыл, друзья мои. Стал доступен автобой. Попробуй его запустить. Да ты что? А, ну он платный. Первую попыточку нам дали с тобой бесплатно, да? Так, остановить. Включен. Ну и как же он работает? Давай посмотрим. Насколько хорош. Ага. Но, в принципе, ребята, немножко облегчает нам условия, да, в этой войне. Блин, катапульта, успокойся там, бомбит, смотри. А что-то он... Вот. И, кстати, стрелы выпускает туда, куда нужно, а не абы как. Так, ребят, ну что? Все. Ушатали архаровца. Так, подкупает меня посмотреть. Ребята, подкупает. Ладно, смотрим. Угу, забираем полностью всю награду. Не знаю, ребят, насколько меня хватит по этой игре. Все будет, опять же, зависеть от вас. Если будут смотреть, конечно же, я буду снимать. Ну, а так вы сами прекрасно знаете, что эти игры очень и очень длинные. Потому что здесь прокачка, потом что-то еще добавят, еще уровни. Блин, тут, короче, масса всего. Масса, конечно, всего интересного и в то же время сложного. Но посмотрим. Если спрос на нее упадет, конечно же, мы будем с вами что-нибудь другое. Слушай, а какие, где вышки? Как мне вышки сделать? А? Почему они мне недоступны? Ладно, модули. Подожди-ка, а как мне вот этот модуль прокачать? Ага, вот он. Так, урон. Во. Вот так вот шикарненько. Блин, мне нравится, как это выглядит. Вверх. Это у нас лучники. Их, кстати, тоже не стоит, ребят, забывать прокачивать. А в центре? Так, а в центре будет новый модуль на 20 уровне. А мы с тобой на каком? Вот это вот что такое, я не могу понять. 14-16. Это 14...
14 уровень нашего замка, а 16 уровень это, по ходу дела, врага. Мы немножко отстаем с вами по прокачке, если честно. Да, 16-я волна. Ой-ой-ой-ой, бегут там какие-то здоровые голодранцы. У нас с тобой до сих пор автобой работает, причем сам по себе. А, он кончается. Он кончается. У нас с тобой последний потом останется. Ладно, давай посмотрим, что тут произойдет у нас. Опа, хорошо, сейчас он влетело. Блин, смотри, какие я здоровые. Идут охламоны. Эй-эй-эй, давай вот этих вот заключенных бомби. Отлично. Так, будешь выпускать? Выпускает. Он про это дело не забывает. Слушай, ну враг уже сильный, ну чувствуется прям вот уже на пределе. Ребят, мы играем с вами. Видишь, все-таки мы их немножко, конечно, прожали. Эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй, давай-давай-давай. Сейчас еще сфейлимся с тобой. Нет, победа тут будет за нами. Блин, ну так дело не пойдет. Так дело не пойдет. Значит, нам нужно с тобой прокачивать именно башню нашу. Так, что опять? Бонус нет? Никакого бонуса почему-то сейчас не дали. Странно. Очень странно. Башня. Не хватает, да? Не хватает мне денег. А давай-ка мы с тобой зайдем, наверное, на карту. Может быть, там немножко денег накопилось. Кто его знает. Нам нужно... Вот, видишь, 3500 уже. Очень быстро что-то копится, конечно, здесь деньги. Это хорошо, ребят. Я не осуждаю, наоборот. Говорю, что это очень прикольно. И теперь мы можем с тобой прокачать нашу башенку. Ох ты! Смотри, какая она стала прекрасная. 5350 золота нужно для следующей прокачки. Ага. Доступные слоты 6 на 20 уровне. Раз, два... Ох, я только сейчас заметил, что у нас слот открылся. Друзья мои, слот открылся, это... Какой копейщик, о чем ты? Да подожди, а, новый юнит. Старый паладин. Купить. Слушай, мне не хватает гемов, а где гемы заработать, а? Скажи-ка, да иди ты с своим про. Старый паладин. Паладин уже старый, не может сражаться. Но ему всегда готовы прийти на помощь его ученики, которых он тренировал всю жизнь. Ага, вот так даже. Маг огня. Специально обученный в школе Калфар маг огня готов нести хаос и разрушение в ряды врагов. Его огненный шар способен испепелить всех противников, попавшихся у него на пути. Замок, летающие наземные. Время перезарядки 15 секунд. Дальняя атака по одиночной цели. Новый юнит, маг земли. Благодаря обучению в школе Калфар он обучился владению стихией земли. Земляные разломы способны останавливать врагов на долгое время. А ведь я могу купить его, что ли, или нет? Могу ведь купить? Да ладно, серьезно, что ли? Купил. Смотри, ребята, у нас тут... Вау, копейщик, мародер. Так, я могу купить копейщика, да, еще? Хе-хе-хе. Слушай, а чем он отличается вот от этого вояки? Я не знаю. Так, мародера мы можем купить за голду, также тактика. А вот у нас тут старый паладин, да, который стоит 40 гемов, и тактик. Ну, я, наверное, сюда поставлю... Да, что такое? Я, наверное, сюда... Да ё-моё, ну хорош. Можно мне поставить мага земли? У меня не хватает мага. Поставить на башню. Вот сюда, пожалуйста. Хи! Прикольно, я могу его немножко прокачать. Третий уровень он. Слушай, ну всё-таки, хоть какая-то помощь. Так, давай, ребята, мы с вами посмотрим, как мы справимся с 17-й волной. Как этот маг вообще жарит. Ну, он, конечно, слабый, не прокачанный. Так, не будем мы с собой... Не надо. Автобой можно вообще убрать? Как его убрать? Блин. Я его не смогу, да, включить? Что это, я выключил или... Да, я на выключил. Давай порови... А, вот он как делает. Ё-моё. Блин, надо было наводить. Понял, наводишь, и он бомбит. Он так же, как и лучник, работает. Тю! Подожди, он сам, что ли, бомбит? Или... Я что-то не могу понять. Они... Блин, автобой работает. Ладно, фиг с ним, пускай он кончится, потом будем сами уже разруливать ситуацию. Ага, смотри, они оглушенные. Это, видимо, маг, да, маг земли. Смотри, видишь, они все в звездочках там. Ага, и последнего. Отлично, справились. Продолжить. Ну что, давай глянем бонус. Да, мы получаем с тобой полностью наградочку. Так, итого у нас с тобой 17 тысяч голды. Башня. Нам нужен 20 уровень с тобой, да? В данный момент 15. Ну-ка, 16, 17. И еще 3 уровня, и будет все четко. А можно мне прокачать моего
Кто это? Командор. Призывает бойца с двуручным мечом. Атаки бойца настолько размашисты, что задевают всех перед ним. Смотри, я могу его прямо сейчас купить. Нифига, вот тебе и командор еще открылся. То есть мы с тобой прокачиваем башню, и у нас открываются новые юниты. Прикольно. Так, что я могу? Я хотел прокачать нашего мага. Да, хватает как раз финансов. Атака у него, конечно, что-то не ахти, если честно. Но думаю, что в дальнейшем он нам еще сыграет. Так, а я же могу здесь, по-моему, забрать. Там уже, наверное, накопились деньги в нашем замке. О, видишь, 3500. То есть нам есть смысл с тобой офигенно прокачать вот этот замок. Ты посмотри, как тут копятся деньги. Посмотри, с какой скоростью. И максимальное количество, как ты видишь, здесь. То есть мы еще 4 раза можем, да? Ну, 20 тысяч отдавать за улучшение. Хотя мы можем за видео улучшить, ты прикинь? То есть я могу посмотреть видосик, и у нас улучшится. Давай попробуем. Да, действительно, смотри, мы посмотрели, и у нас одна ячейка заполнится. То есть 4 тысячи теперь у нас будет с тобой ресурс. Но зато улучшение будет следующее стоить 26 тысяч голды. Недешево. Так, ну, наша сейчас первостепенная цель — это прокачать нашу башню до 20 уровня. Так, тут, по-моему, те же самые голодранцы. Нет, 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 ничего не... Как отменить-то? Вон, вот. Никакого мне не надо здесь вашего автобоя. Я буду сам здесь разруливать. Пускай эти хлопцы идут. Вот они. Так, лучник, давай вот здесь вот начнем с тобой. Маг, вжаривай сюда. Видишь, станет. Он врагов останавливает, и это прикольно. Я бы сказал, очень даже хорошо. Тихо, тихо, тихо. Вот эти вот самые здоровые, вот эти толстячки, вот они жирные, блин. Они очень мощные. Так, застанить и расстрелять. Вот так это все делается. Конечно, с автобоем повеселее, потому что он сам за тебя это все делает, но... Как говорится, не все коту масленица, да? Давай, 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 давай. Разобрали? Ну да, куда им деваться, конечно, разобрали. Блин, так катапульта смылась все-таки от нас. Опять бонус. Ну давай. Забираем все это дело. Кстати, у нас скоро с тобой будет доступно еще одно очко. Что такое? А, голда накопилась. Вот, 40 тысяч уже. Слушай, это хорошо. Это очень хорошо. Так, а что у нас здесь? Нету, да, пока опыта. Кстати, ребята, кто еще не заходил на второй канал, заходите. Там у нас вышло 4 новых видосика. Это битва за Нейборвиль, да, вторая серия. Потом я стал дополнение проходить на Армия Зомби 4. Плюс ко всему... Одни из нас. Вторая. Ой, вышла очередная серия. В общем, заходи, смотри и наслаждайся. Так, ну а мы с тобой будем прокачивать нашу башню. Опачки. 20 уровень мне нужен. Блин, требуется 20 волна. Написано, да? А мы с тобой становились на какой? Что это? Ух ты. Листы брони. Листы выдерживают даже самые сильные атаки противников. Увеличивают прочность башни. Купить. А куда я эти листы воткну? Можно мне узнать? Где они? Ну-ка, модули. Я вижу только один модуль. А, вот. Нет, подожди, это не то. Это не то. Хм. Может быть, они как бы сами по себе уже автоматически встают. Непонятно, видишь, тут написано 2. Два модуля. А, один. Один модуль. Так а где же он? Вот лично я не вижу. Может... Так это у нас лучники, это понятно. А больше я ничего не могу здесь поставить. К сожалению. Ладно, я прокачаю своего мага земли. Он уже 9 уровня. Арбалетчик этот у нас 14 уровня. Слушай, а может быть нам с тобой прокачать уже командора? Командор-то что он делает? Бойца с двуручным мечом. Хотелось бы посмотреть. Может быть, нам его поставить вместо... Вместо арбалетчика. Хотя бы просто глянуть, как это будет выглядеть. Что это за такой боец? Что там за с двухручником выходит? Элитный солдат. Ну-ка, проверим.
Как-то крестяшка. Какой-то крестяшка непутевый, но... Да, конечно, он атаки вообще не наносит, нисколечко. И это плохо. Ладно, пускай хотя бы сдерживает, что ли, я не знаю. Смотри. Да что ты, я опять стрелы не туда выпустил, но... Ну что это за дела, а? Ага, мы справляемся, смотри. Там, правда, лучники меня очень сильно досаждают. Плюс катапульты. Давай, выходи. Маг, бомби сюда. Так, а ты сюда. Давай, помощь. Блин, они стреляют именно по базе. А им пофиг на этих моих мечников. Слушай, мне что-то не очень понравился этот, как его звать. Старый воин. Нет, ну может быть, конечно. Кстати, уровень получили, да? Давай-ка мы с тобой отправимся в город. И потратим очко. Вложение. Увеличивает крит урон. Уменьшает... Вот, может быть, еще вот это надо, да? Чтобы у нас с тобой быстрее скиллы откатывались. Забираем здесь деньги. Забираем здесь с тобой деньги. И на карте что, уже накопились у нас деньги? Ну, в принципе, голда копится здесь быстро. 4К как с куста. Смотри-ка, здесь что-то засверкало. Деревушка горит. Но у нас же, по-моему, еще не 20 уровень. Или же это у нас 20 уровень атаки и 19 уровень защиты? Как-то так можно это понимать. Но прежде чем туда отправиться... Оу, смотри-ка, у нас с тобой здесь босс сейчас будет. Ё-моё. Ну, естественно, мы с тобой убираем этого старого вояку, потому что кланы в плане. Так, новый профиль. Придумай ник, выбор страны. А, тут еще и кланы. Придумай ник. А я даже не могу, ребята, тут ничего сделать. А нет, могу, могу. Ну, давай, я не знаю, например... Так, я большие буквы могу поставить, да? Гудвин, ё-моё. Не знаю, почему мне в голову пришел Гудвин, но пускай будет Гудвин. И как раз вот тут флаг у нас. А как? А, вот, вот так надо. Вот так мы с тобой передвинем. Страна. User Pick. А вот это неплохо выглядит. Это еще лучше. Вот этот моднявый парень. Ну давай, как я люблю в бейсболке, у меня, правда, не длинные, сейчас волосы короткие. Вот так вот. Мне ничего за это платить не надо. Топ кланов. Так, создать. Так, подожди. Клан. Блин, это я себя назвал, что ли? Это я себя назвал Гудвином. Ой, дурик. Название клана. Вот надо было клан назвать Гудвин, а я-то думал, блин. Ладно, пускай я буду Гудвином. Каких людей вы ищете? А, тут видишь, тут надо 100 брюликов, а у меня нету, к сожалению. Ну, зато теперь я буду зваться Гудвин. Вместо Рэй Моррисон буду Гудвином называться. Фиг с ним. Ладно, идем в башню. И юниты. Так, уберем этого деда старого. И я хочу поставить кого? Кто у меня был-то? Я уже забыл. Вот этот, да, мой прекрасный вояка. Иди сюда. Стой на месте, как говорится, и не рыпайся. Могу его прокачать. Погоди-ка, я кого-то убрал. Здесь кто у нас был? А, подожди-ка. Здесь у нас был точнее, вот так все это было. Вот сюда. А арбалетчик у нас был с тобой наверху. Вот он, арбалетчик, мы с тобой ставим на башню. Вот в эту ячейку. У нас отстают с вами маг и лучник. Поэтому я думаю... Так, модули. Давай-ка, наверное, вот здесь вот. Ага. Теперь купить. Всего лишь 600 я беру. И здесь, вот, ребята, мародер, ну это, видимо, какой-то бандит. Сразу видно, с ножиком. И тактик, бывалый вояка, с топором. Все дела, как говорится, прошел. Огонь и воду, медные трубы. И причем это у нас стрелок. И мародер тоже стрелок. Блин, ну вот куда, столько юнитов надавали. Куда вот мне их поставить, у меня нету места. Ладно, я буду прокачивать мага. Прокачивать, один уровень поднял. Ну что, у нас тут босс. Так, давай быстро на карту сходим. Что-то немножко мандражирую перед боссом. Может быть, сюда вначале рванем, а?
Возможная награда. Смотри-ка, мы с тобой можем получить 5 гемов. Гемы нам нужны? Нужны. И 50 кусков тоже, как говорится, на другие границы. Давай посмотрим. Вот она, наша тележка прибыла. Аглоеды идут. Давай, 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 давай. Лучник, не спать. 3000 хп у этой башни. Ну, смотри, как получается. Довольно неплохо, я тебе скажу. Так, маг, давай-ка вжаривай сюда. Видишь, земля трясется, и они все встанут. Это очень, кстати, кто это? Ого! Тут маги! Эй-эй-эй-эй, магов надо убивать! Твою ж налево, смотри, что... Да блин, почему так плохо срабатывает? Нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет, давай этих лучников быстренько забомбить надо. Слушай, мы проигрываем по всем фронтам. Ты посмотри, у него сколько здоровья и сколько у нас. Да я не могу понять, почему вот это вот не срабатывает, а? В чем проблема-то? Встан их всех, всех встан. Давай, ребята, бомбим. Блин, они даже не успевают у меня дойти до замка. Ой, следующая волна. И еще одна волна. Да выходите вы уже там, в конце концов. Давай вот так вот их застанем. Лучников, если что, ребят, я наготове буду, блин, держать. Все. Блин, да что ж ты будешь делать? Нет, конечно, мы их замедляем, все, как говорится, хорошо. Вот опять маги. Бомбанем. Слушай, мне кажется, мы слабоваты еще здесь. Нам нужна прокачка покачественнее. Ну ты посмотри, что творится. Не дают. И у них маги есть. Да, рухнула моя, к сожалению, тележка. Мы, конечно, получили маленечко с тобой опыта. Получили же, не отняли. Ну, ты сам видел, да, результат? Атаковать пока не будем. Надо немножко, наверное, все-таки подкачаться. Совсем капельку. Я не знаю, что здесь будет с боссом у нас происходить. Но давай проверим. Кто там? Покажут мне этого босса, нет? Новый враг, разбойник. Ты понял? Тебе намекнули, что сейчас будет разбойник. Влупляем. Еще вот так вот. Так, ну вначале шелупень всякая идет на нас. Естественно, мы с ней будем разбираться. Ать, уже идут, друзья мои. Ну, давай так вот, бабах. Лучник. Блин, как, вон он, ребята. Он идет. Он что там делает? Что-то колдует. Колдуй, деда, колдуй. Бабка колдуй дед, да, колдуй старенький медведь. Эй! Он меня разносит, ребята. Да ну нафиг, ты прикинь, какой мощный чувак. Не, сейчас мою тележку уничтожат. Сломалась, офигеть. Офигеть, ребята, давай-ка бонус глянем. И вот теперь я немножко задумался, а что нам сделать? Прокачивать башню? Ну как-то... Это понятно, башню прокачать. Но мне кажется, что нужно все-таки прокачать нам юнитов. Так, что у нас здесь? О, накопилась голда. Спасибо большое. Мне кажется, нужно все-таки прокачивать юнитов. От них здесь очень много что зависит. И, наверное, мы с тобой этим делом и займемся. Давай-ка. Так, 5 уровней. Я не буду здесь тратить. Маг земли... Слушай, нам, по идее, вот эти вот лучники очень хорошо должны помогать. Надо их прокачивать. Блин, ну прокачка, конечно, не очень хорошая. Лучники. Лучники тоже нам нужны. В общем, дальняя атака нам здесь по-любасику пригодится. Может быть, конечно, нам стоит с тобой убрать... Нет, вояки нам нужны будут. Блин, а я не могу ничего сделать, прикинь? Я вот уперся в этого босса, и все. А что мне вот... Как мне вот прокачиваться? Объясните мне, пожалуйста. Что я должен? Ну, на карте бегать? Кого-то выискивать, вынюхивать что-то, да? Или как? Здесь я тоже вряд ли их одолею сейчас пока. Без прокачки, ну никак. И как, блин, ну карта здесь, конечно, огромная просто. Ну посмотри. То есть, я так понимаю, тут дофига чего откроется нового. Нет, пока не пойду. Буду, ребята, стараться прокачать. И попробую этого босса все-таки одолеть. Тяжело, ничего не скажешь. Автобой у меня есть. Можно получить 3 за просмотр. А это что такое? Получить. Ага, это на випке 20, но это за 50 гемов. Не, нафиг.
Погнали. Вот это вот плохо срабатывает. Вот мне немножко раздражает. Если бы срабатывало бы четко, да? Вот этих нужно пехотинцев очень хорошо прокачать. Если они будут прокачаны замечательно, то и в дальнейшем все у нас маг. Ну ты будешь бомбить. Почему ты так вот глупишь? Вон он это, тем более, блин, бандит. Ну, твою же, наверное, вот здесь надо, наверное, чикать все-таки. Блин, я не добил лучников. Маг, ну дай ты свою эту фигню. Застанем их там. Все, уложили. Ребята, может быть, все-таки, если мы сейчас с тобой вызовем вот этих ребят. Не, он очень люто бомбит. Там еще катапульта из-под тишка. Ты посмотри, что делает, а? Давай вот так вот попробуем. Маг, ну не глупи. Застанили, застанили, ребят, ну. Ну. Давай, 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 давай. Блин, так катапульта нервирует. Ну уничтожьте вы ее. Фух. Господи ты, боже мой, прошли, друзья мои. Мы с вами прошли 20-ю волну с горем пополам. Мне даже не верится. Так, у нас 13 тысяч голды. Куда бы нам с тобой втюхать? Чего? А, доступен слот будет сейчас? Или мне кажется? Ну-ка. Да, ребятушки, вот она какая красота. У нас с тобой открылся новый слот. А следующий откроется на 30 уровне. А что я могу сюда поставить? Ух ты, баллиста. Точное попадание стрелы способно отбросить противника. Удобно использовать, когда враги очень близко подходят к башне. Да, действительно, это очень прикольно, но купить я пока не могу. Магический щит. Дешевое, но действенное средство увеличить прочность башни. Получает урон вместо башни, пока не кончится его прочность. 20 гемов стоит. Баллиста, значит, и магический щит. А, я сюда не могу поставить, да? Ух ты, вот где у нас броня. Так, а я ее могу, интересно, поставить? Ну-ка, проверим, вот сюда. А-а, не могу, ребята. То есть, получается, либо нам ставить лист брони вниз. А что он делает? Блин, я уже забыл, можно где-то почитать характеристики. Так, листы выдерживают даже самые сильные атаки противников, увеличивают прочность башни. Но шипы все-таки наносят урон, поэтому мне кажется, лучше, наверное, оставить шипы все-таки, да? Я, возможно, не прав, но оставим так. Слушай, а может быть теперь нам с тобой рвануть и попробовать все-таки завалить вот этот вот уровень 20-й. Сейчас я еще чуть-чуть немножко прокачаю. Блин, кого бы нам сюда, вот в этот слот-то поставить, а? А, мне не хватает денег. Подожди-ка, в городе, может быть, уже накопилось достаточно денежек. Вот, вот, спасибо большое. Слушай, ну, правда, первого уровня будет. Да и фиг с ним. Главное, что хоть что-то будет у нас здесь с тобой стоять. Так, где у нас тут? Купить, купить. Нет, не улучшить, купить. Вот, баллиста, покупаем, ребята. Ну и, конечно же, ставим на башню вот сюда. Вот, вот такая вот у нас башня получается. Первое улучшение стоит 2000 монет. Окей. Теперь нужно будет ее, естественно, протестить. Для этого как раз и пригодится нам. Да не город, ё-моё. Город это, конечно, все хорошо, но мне нужен карта, карта мне нужна. Немножко аж потрясывает меня, если честно. Так. А это что, это время на откат или время на атаку? А, атаковать могу. Фу, 24 тысячи. Я никогда не откажусь от таких деньжат. Ребята, никогда. Давайте. Че, никто не уходит? Ладно, мы начнем первыми. А, вон они, партизаны уже. Так, маг, не тупи. Тырич. Фига, баллиста, смотри, какими-то копьями здоровыми бомбит. Действительно, откидывает врагов назад. Это классно. Но когда их тут много идет... Да давай ты, блин! Я не понимаю, почему очень тяжело выбрать. Там маги. Ё-моё, там целая куча магов. Эть, меня сейчас раздавят, друзья мои. Маг, блин. Давай, вон туда, вжаривай. О, нет, ребята, мы проигрываем. Там совсем чуть-чуть нам не хватило, чтобы их уничтожить. Бонус, смотрим.
Так, забираем этот весь бонус полнейший, да? Там сколько? 15 тысяч мы получаем. И я думаю, что, наверное, мы сейчас улучшим с вами... О, еще тут 4. Так, это вот 22 тысячи голды. Слушай, это хороший приз для нас. И вот я думаю, наверное, прокачать нашу вот эту вот баллисту. Нифига урон, прикинь. 54, у меня, по-моему... А, нет, тут 75. Вот у мага 28 слабоват маг. И лучник тоже слабоват будет. Надо их прокачивать. Так, а сколько... Так, призывает на помощь трех существ. Рыцарь 10 уровня. Слушай, ну у него урон неплохой. У него урон неплохой. Увеличивает скорость атаки на 25%, но это нужно на 25 уровень. Я так понимаю, не тележки, а 25 уровень именно рыцаря. Так, ну что, давай, наверное, все-таки... Блин, попробуем. Попробую. Я еще разок, ребята. Ну, тут 50к. Сам Бог велел атаковать этого гаденыша. Ну, проиграем, так проиграем. Будем дальше прокачиваться. Ну, завалить я его обязан. Так, выходим. Так, 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 так. Маг, ты... Ну-ка, если я сюда вот бомбану. Блин, они тут появляются вообще из ниоткуда. Вот, хорошо, что вот эта вот все-таки стрела отталкивает противников. Блин. Я теперь понял, чего мне не хватает, друзья мои. Действительно, мне не хватает именно вояк. Именно воинов. Как бы все хорошо, лучники, да, все это, понятное дело. Но вот по воякам, да, мы с тобой очень круто проигрываем. Потому что вояки — это как бы наша основная сила ударная. Катапульты тут еще появились. Давай, 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 воины, воины, выходим. И вот теперь я задумался насчет старого паладина. Если у нас будет с тобой очень много юнитов, вот таких вот, мы тут справимся со всеми врагами. И это я тебе точно говорю. Так, что? Вот они. Давай, быстро атакуем. Полегли голодранцы. Блин, почему-то вот очень плохо, как говорится, выбирать. Надо будет расставить это все на кнопочки, да? 1, 2, 3, 4, и просто потом кликать, и все. Ребят, мы разносим. Ну, да чтоб тебя, блин. Бомби. Давай. Тихо, тихо, тихо. Ага. Блин, маги вышли. С ними нужно разобраться как можно быстрее. Да что они так в конце активируются-то? Посмотри. Куда ты ударил, дуралей, а? Ну, только не говори, что фейл сейчас будет. А он будет, наверное. Вжариваем. Воины, быстрее. Ну, бегите вы, блин. Ну, как эти должны лететь? Да ёпрасы ты, ну... Блин, не хватает, ну... Они хоть вообще стреляют? Они стреляют по башне, ну... Есть! Фу ты, ну ты, а, ё-моё, ребята. Ох ты, вот это бонус шикарный. Давай. Знаешь, что самое противное будет в этом ролике? Когда я его буду рендерить, мне придется вырезать отсюда эту рекламу, а ее здесь просто куча. Так, ну что, 53 тысячи зарабатываем, плюс 30 тысяч тут. Ох, мы с тобой... Слушай, мы с тобой... Обогатились. Причем довольно неплохо. Замок приносит нам бабло. Кстати, а на него же опять напали. Поэтому, ребят, нам пришлось его, видимо, отбивать. А нет, вру. Это второй замок у нас с вами. Второй замок, и это уже круто. Слушай, нам же можно его прокачать, да? 26. Оп, 33. Оп. И последний, это 41 тысяча прокачки. 41 тысяча, а здесь сколько? Давай вот это тоже мы с тобой прокачаем. Ой, а этот дороже становится. Но здесь и сразу 4к дает. Ага. Всю голду, что мы с тобой заработали, я ее просто потратил. Ладно. Оно того стоило, поверь мне. И доступно у нас с тобой одно очко опыта. Так, уменьшает время перезарядки и активности. Это понятно. Вот, мне нужно, наверное, увеличить не здоровье, а время. Время жизни. Потому что они у нас как-то... Быстро падают, не доживают, так сказать, до рассвета сил. И 30 уровень. На 30 уровне у нас с тобой что-то здесь новое откроется. Видимо, еще какие-то две постройки здесь будут. Вот это и вот это. Угу. Окей. Я все понял. Давай дальше идем. Какой у нас, кстати, уровень-то? 21-я волна будет. Башню. Башню тоже нужно прокачивать. Так, требуется 22-я волна. Я понял. Здесь дальше мы не можем с тобой ничего делать. Маг. Мы будем заниматься тобой.
Все, поехали. 21-го волна. Давай смотреть. Голодранцы, как всегда, бегут, сломя голову. Отменить можно? Можно. Нет, нельзя, блин. Отменить нельзя, это плохо. Ну где они там? Отщепенцы. Давай, ребята, погнали. Можно... Блин, я хотел немножко переместить. Ладно, фикси. Нет, 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 нет. Вжариваем сюда. Так, где мои вояки? Вояки. Давай, вояки, выходите. Что-то, по-моему, волны стали еще круче, да? Еще злобнее. Нет, мы с тобой не уйдем так далеко на двух войнах. Надо действительно кого-то еще прокачивать. Давай сюда переместим. Нормуль. Видишь, мы с тобой на пределе практически играем. На пределе. Ну, готов. Фух. Блин, я уже припарился эти бонусы, смотреть не будем. Без них пока обойдусь, наверное. Хотя деньги нужны, тут без денег делать нечего. Ты уже это и сам понимаешь. Модули, модули. Так, низ, центр и вверх. Опа-на, ледяной маг. Маг Тиндут великолепно овладел навыками призыва в юге, который замедляет наступление противников. Конечно, о чем речь, ребята? Ледяной маг — это фишка. Так, этот станет, этот замедляет. Блин, тут офигеть сколько соблазна. И у меня всего лишь 4 ячейки для юнитов. Блин, горелый, как быть? Ну вот как вот быть, а? Ну я не знаю. Ну нужен маг, ну согласись. Маг этот нужен. Вместо кого? Вместо лучника, может быть, поставить его? Ах ты, ё-моё, я не знаю, что сделать. Урон. Смотри, а он по урону-то будет посолиднее. У него сейчас 24, а у моего мага земли 32. Ну, у мага 12 уровень. А у того... А у того, по-моему, там, не знаю, там 3 уровень, уже 24. Слушай, маг ледяной, получается, будет посильнее. Но это не точно. Поехали. Идут архаровцы, блин. У нас по умолчанию, видишь, куда ставится сразу же прицел? Посерединке. Так, давай вот сюда вжарим. Вышли мои воины. Ну, отлично. Но они стали немножко поживучи, да? Давай сюда вот лупим. Хотелось бы, конечно, посмотреть, как маг льда работает. Мне кажется, он будет хорошо работать. Нормун так пошинковали. Ё-моё, сюда бомбим. Все встали, пока стоят оглушенные, мы их разбираем. Напрягает катапульты. Против них что-нибудь придумали бы, да? Чтобы я их мог уничтожать. А то вот так вот пока дойдешь до них. Ну, последний там разбомбим, отлично. Прошли. Блин, не буду я смотреть бонусы. Хотя я об этом могу пожалеть потом. То, что я не смотрю вот эти вот видосики, да, рекламу. И потом буду локти кусать, когда надо будет прокачанным идти. А у меня армия слабенькая. И ничего я сделать не смогу. Ладно, хорошо, уговорил. В следующий раз буду смотреть. Давай я так улучшим здесь. Карта, что у нас на карте? О, у нас же босс там засиделся, верно? На которого я хотел отправиться. Где он? Подожди-ка, я не понял. Стопы, а... Блин, а мы разве босса с тобой убивали? Нет. Это что, было на время, что ли? Твою ж налево, там было на время, ребята. Я его упустил. Или все-таки он здесь был? Что-то я не могу вспомнить. Вот заигрался, называется, да? Ну что, дорогие друзья, я думаю, на этой ноте мы на сегодня закончим. Надеюсь, вам серия понравилась. Обязательно увидимся в следующей серии. Так что всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.